Добрага ранку. Усім салют. Привітання усім. Кася, долучайся до нашої гульні. Ось я ще самого ранку з такою сумною гульнею засісти. Ніщо собі сумна гульня. А якая я ще? Сядіть і думай про однольковий малюнок, як однольковую кількість кропочек отшукать. Сумна. Касячка, ти що? Хіба можна сумувати, коли у доміно гуляєш? Сябры, а вы любите эту гульню? Любите? И что у домино цікавого? Кася, домино и уважливость тренирует, и математику учить допомагает. И назиральность. Ого! А ведаешь, где эта гульня з'явилась? Рассказывайте, разумник. Домино – это гульня с вельми давней историей. Еще до нашей эры, а это больше за 2500 годов тому, у подобную гульню вельми любили гулять самые знакомитые люди Индии. А после гульня трапила у Китай, где так само вельми сподобалось жихарам. Яны навод придумали вельми поэтичные назвы для разных вариантов такой гульни. И что за назвы придумали китайцы? Яны запрошали гулять у гвоздики у тумани, где скачок газели. Прыгожие назвы, быцем запрошают не погулять за столом, а поглядеть фильм у кинотеатры. Касечка, скажи еще у 3D. А як до нас дошла эта гульня? А дякувать треба знакомитому подорожнику Марку Поло. Неужо он переплыл океан для того, как погулять у домино? И он просто убачил, как гуляют местовые жихары, и взял с собой набор для гульни. И на его родиме, у Италии, как почали гулять. Турниры по домино навод ладили у католицких монастырах. О, теперь разумею, что гульня с великой историей корыстная и захопляльная. На ней возьмите. Конечно, долучайся. А глядачи давно мультфильм чекают. А для вас, сябры, наш ранешний мультфильм. Подавайте. Ты чего ж трухаешься? Это я проверяю, как працую принцип домино. А, вот ты про что. Так, это вельми цудовная з'ява. А, вы про то, коли детали некой конструкции начинают по команде падать, быцем по ланцужку? Оказывается, навод проводит такие фестивали. Люди целыми тыднями будуют великие города, вельми складанные фигуры, а потом все штурхают и начинается прыгожий эффект домино. Так, некоторые конструкции навод унесены в книгу рекордов Гиннесса. Мы так само можем попробовать нечто сделать, а после эффект домино запустить. Только над такой конструкцией треба мало что не дыхать. Это будет вельми чудовная тренировка. Дыхаем, не дыхаем. Вельми смешно у вас отрымливается. Коли мы будем смеяться, наша конструкция одразу разбурится, вот так. И нехай, я пропоную зараз усмехнуться, а еще лепш посмеяться от души. И нехай наш смех с допомогой эффекта домино перелетить до вас. А вы передадите свой чудовный настрой еще некому. А он далей. Вот это будет соправный рекорд по створению чудовного настроя. А как настрой был еще лепше, давайте поглядим ранешний мультфильм. Девчонки, мы забылися, что сегодня вельми незвычайный день. И у чем его незвычайность? А у тем, что сегодня во всем свете отзначают День Добрыни. Лесик, а может ты расскажешь, как святковать этот день? Сегодня обовязково робить добрые справы. А кольки их треба зробить? Чем больше, тем лепше. Ага. Давайте разом подумаем, что это могут быть за справы. Я придумала. У меня есть сопрока, якая сидит дома за гипсованной ногой. Я обовязково прийду до ее в гости, и мы разом погуляем. Ты еще можешь допомогти ей домашнее задание зробить. И еще! Ой, она зараз нас чує! Нехай будет сюрприз, какую добрую справу я придумала. А еще можно допомогти батькам с хатними справами. Ти просто собрать смети у парку каля дома, ти подтримать бабулю, якой складано подняться по лестнице. А мне сдается, что добрые справы треба робить,
Але зусім не абавязкова усім гаварыць пра гэта. І мне так здаецца. Дапамагаць адзін аднаму павінна стаць нашай звычкай. Ты дарыш сваю дапамогу, а табе ў адказ усмешку. І яшчэ адна вялікая просьба для ўсіх нашых гледачоў. Спомніце, калі ласка, ці не сварыліся вы з кім нядаўна? Калі так, абавязкова памірыцеся. А калі вам складана падысці першым, просто падыдзіце і скажыце: сёння дзень дабрыні, прабач мне, калі ласка. І яшчэ можна прапанаваць: давай ніколі не сварыцца. І яшчэ можна запрасіць усіх сяброў паглядзець вясёлы мультфільм. А ў мяне прапанова. Сёння трэба з'ядаць ўсё-ўсё да апошняй крошачкі. А гэта чаму? Можа, сёння яшчэ і дзень ласуноў? Сёння дзень нараджэння сасіскі. Быць такога не можа! Дзіўна, але так і ёсць. Сёння галоўнае правіла – з'есці на снеданне, абед і вячэру ўсё-ўсё. А я яшчэ і дабаўкі папрашу. Вось бацькі нашых гледачоў будуць радыя. Асабліва бабулі. Яны вельмі хвалююцца, каб іх унукі не страцілі апетыт. А ў мяне ёсць пэўная інфармацыя, што бабулі і дзядулі разам са сваімі ўнукамі і ўнучкамі глядзяць наш дабраранак. Гэта праўда? Бабулі, дзядулі, хуценька памажыце нам рукой. Ой, як многа! І гэта вельмі прыемна, што наш дабраранак глядзяць усёй сям'ёй. Мы лічым, што і ўсе нашы заданні вы таксама выконваеце разам. І мы папросім нашых гледачоў прыгатаваць усёй сям'ёй якую-небудзь смачную страву. Не абавязкова рабіць гэта сёння. Дачакайцеся выхадных. А потым можаце нам напісаць, як усё атрымалася і ці смачна было. А яшчэ і рэцэпт напішыце, і мы паспрабуем гэту смакату самі зрабіць. Адрасы нашы памятаеце? 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Дабраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай dabraranak.tv@gmail.com. А зараз я прапаную трошкі перадыхнуць і паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. На жаль, зараз час развітвацца. Як лічыце, добра мы правялі сённяшнюю раніцу? Мне здаецца, было весела. А зараз час праверыць свае школьныя заплечнікі, цяплей апрануцца і адправіцца за новымі ведамі. Толькі давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нас!